Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. На вопрос, хотите ли вы узнать, как купить спицы за полцены и даже меньше, большинством голосов вы ответили «да», поэтому я снимаю это видео. И в данный момент мне нравится находить спицы, я бы сказала даже вылавливать на Озоне. Вот буквально вчера я получила свою посылку последнюю. Это спицы Prim 3 мм. И набор Symphony Starter Set. Давайте чуть позже мы распакуем эти спицы, и я вам покажу, что входит в этот набор. А сейчас мы с вами перейдем в интернет и посмотрим, сколько эти спицы стоят в других магазинах. Итак, давайте смотреть, что нам предлагает интернет. В поиске забиваем Knit Pro Symphony Starter Set. И видим вот здесь вот в правом окне предложение Яндекс.Маркета. Вот, пожалуйста, набор из магазина «Не бабушка». Давайте его откроем. Вот он. То есть тот же самый состав, деревянные спицы, три лески, стоит 2200. Магазин «Склад Хобби» 1927. Самая недорогая цена Apex. Я сейчас посмотрю, что это у нас. Да, это тот же самый набор, 1570. В магазине «Меланж Клубок» эти спицы можно купить за 3120 рублей. Вот, пожалуйста, тот же самый набор абсолютно. Плюс еще вы заплатите в этих магазинах за доставку, да. Здесь у нас предлагается 600 рублей курьером. В «Небабушке» 350 рублей, здесь 500 рублей курьером. Возможно, почтой будет немного подешевле. Но имейте в виду, что на Озоне, если вы выберете пункт выдачи товаров Озон, вам доставка будет бесплатна. То есть здесь мы тоже экономим, получается. Вот что нам предлагает сайт eBay. Так, это немножко не такой набор, 1340. Вот он, 1915 плюс 775 рублей за доставку. Ну, вот такие цены, да, вы все увидели. И сейчас я расскажу, за сколько я купила этот набор на Озоне. И теперь поговорим про Озон. Какая же цена на Озоне? Во-первых, надо понимать, что Озон — это площадка для множества магазинов. И ассортимент этой площадки постоянно меняется. Какие-то магазины выставляют товар свой, потом этот товар заканчивается. Потом снова появляется, может появиться в других магазинах. Поэтому надо постоянно мониторить этот сайт. Что я и делаю? Я нахожу товар, который мне интересен, и добавляю его в корзину, либо в избранное. Потом я несколько раз в день захожу в свой аккаунт и наблюдаю за ценами. В большинстве случаев, как только товар оказывается в корзине, цена начинает снижаться. И на эти спицы была предложена цена 1200 с копейками. Зная цены в других магазинах, естественно, я решила купить этот набор, не раздумывая. Второй шаг экономии. Выбираем оплату бонусами «Спасибо». И если у вас на счету есть бонусы «Спасибо», то цена на этот товар может быть снижена на 50%. Еще стоимость товара может быть уменьшена при помощи промокода. Сейчас вы видите промокод на экране. Также я добавлю его под видео. Так что используйте и, как говорится, приятных вам покупок. А сейчас давайте посмотрим спицы, которые я приобрела. Вот спицы Prim. Я их очень люблю, как уже не раз говорила. И в этот раз я взяла себе самые тоненькие, наверное, спицы 3 мм. Называется эта серия Ergonomics. У них вот здесь есть на концах маленькие пимпочки, за счет которых петли очень хорошо держатся на спицах. Мне это очень нравится. Далее идет небольшое утолщение, и вот именно здесь формируется высота петли. Потом спица становится немножко тоньше. И вот эти спицы, кстати, круглые, а у других спиц из этой серии в сечении они дальше треугольные. Вот видите, как отличаются.
нанести размер спиц и название фирмы на таких тонких спицах уже не представилось возможным. Но, тем не менее, они не потеряли свою узнаваемость. Вот. Еще здесь в конце просто сама спица пластиковая переходит в тросик, когда на других размерах есть вот такой вот переходник, что ли, из более мягкого пластика. То есть эти спицы мне получилось купить, кажется, 380 рублей, если я не ошибаюсь, была цена. И плюс я использовала бонусы спасибо, то есть за половину этой стоимости я купила эти спицы. И теперь давайте рассмотрим набор. Здесь инструкция. И вот в таком конвертике находятся спицы. Смотрите, здесь есть кармашки, три широких кармашка, в которых лежат спицы. И вот так выглядят сами спицы. Они выполнены из дерева. В месте соединения находится металлическая часть с внутренней резьбой. Вот здесь вот стыковка дерева и металла очень гладкая и незаметная. Пропечатан размер спиц, но это краска, это не гравировка. Возможно, он со временем начнет стираться. Вот такие яркие, красивые, позитивные спицы. Мне они очень нравятся. Дальше у нас есть еще два кармашка. Посмотрите, вот один кармашек, вот второй. И здесь входит, значит, в этот набор два соединителя лесок, три размера лесок 100 сантиметров, 80 и 60. На лесках есть металлические соединители с внешней резьбой. Также здесь есть три набора заглушек с ключиками. Вот так выглядят заглушки, которые навинчиваются на леску и не дают петлям спадывать. Например, когда необходимо снять петлю рукава на дополнительные лески, вот эти заглушечки можно использовать. Итак, набором я довольна. Я считаю, что для новичков это очень хороший выбор. Здесь собраны, в принципе, самые ходовые размеры спиц. Это 4, 5 и 6 миллиметров. А дальше уже по мере надобности вы сможете подкупать спицы необходимых вам размеров. И они также могут располагаться в этом наборе. Вот смотрите, у меня набор металлических спиц. И я уже к нему начала докупать разные спицы. Здесь вот у меня как раз симфония 3,25, 3,75 спицы уже есть. Дальше я подкупала себе Nova Кубикс для вязания шапок 4 миллиметра, вот такие короткие спицы, и они у меня здесь лежат, неудобно уже хранить. И теперь эти спицы у меня переедут в новый набор. То есть вот таким образом постепенно можно собрать для себя хороший набор качественных спиц. И, кстати, соединения разных спиц компании KnitPro подходят между собой. То есть у меня уже есть симфония, Nova Кубикс, Zinc. То есть их можно спокойно миксовать между собой. То есть лески от одного набора подходят к спицам из другого набора и наоборот. Я надеюсь, что та информация, которой я с вами сейчас поделилась, была для вас полезна. Так что переходите на Озон, используйте промокод на скидку и приятных вам покупок. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки. На все вопросы, которые вы оставите в комментариях, я обязательно отвечу. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!